Всем привет, дорогие друзья, с вами Анна Кэт, и наконец-то я добралась до первой части обзора на мой мир. Ну что ж, давайте начнем. Сразу хочу добавить, что этому миру уже год, и он продолжает, можно так сказать, развиваться. Вкладываю свое время, свои силы, свое творчество и так далее, чтобы он становился все лучше и лучше. И я хочу начать со своего самого первого дома. Здесь еще только начинал зарождаться мой стиль в Майнкрафте. Вот. Тут уже все пустует, потому что это первый дом, и я здесь уже не живу. Тут раньше была червань. Да. Здесь раньше жили ламы, там была ферма. А вот это вот уже второй дом, и тут уже немного виден мой стиль. Он намного просторнее, здесь больше комнат, вот. Здесь я селилась, что в каньоне, да. Ну и вот такой вот интересный дом у меня получался. Вот. Какая-то комната раньше была, странно. Не знаю, что там было, не помню. Очень давно, полгода назад я здесь еще жила. А вот тут был подвал, где хранила ценные вещи. Хотела добавить, что в этом мире я буду снимать трансляции, если получится, летсплей по выживанию просто. Ну и просто творческие видео, где буду показывать, как я строю и так далее. Так, хочу показать все нюансы, все детальки сразу же, что тут есть, чего тут нет и так далее. Тут у меня аметистовая жода. Тут прям лестница, то есть сюда можно спуститься. Вот. Также здесь есть шахты, но это я оставлю уже для второй части. Это первый лифт, можно так сказать. Когда я сюда переезжала, я им не пользовалась. Вот. Здесь у меня вот так вот красиво. Тут у меня что-то собаки делают, когда-то их тут разводила зачем-то. Тут у меня ягоды растут, тут ферма тростника бывшая, с которой я уже тростник не собираю. Тут что-то акация у меня растет. В общем, тут еще так беспорядочно все. Тут только вот начинало все развиваться. Тут у меня раньше была пасек. Тут тоже что-то собака делает. Что тут собаки делают, я не знаю вообще. Тут сундук с ресурсами. Ну, тут это, если что, можно так сказать. Если мне понадобится верстак, печка и сундук, а я далеко от дома. Там крипер ходит. Вот тут вот у меня портал в Незер, над которым я очень долго работала и не могла придумать ему дизайн. Вот. Здесь у меня вообще мир очень, можно сказать, разносторонний. Здесь есть своя история. Вот. Тут у меня просто лестница, и она ведет в деревню. Прежде чем я перейду к обзору своего дома основного, я бы хотела показать деревню и еще постройки помимо моего основного дома и всех построек, которые находятся возле него. Здесь руины. Я объясню, почему они тут находятся позже. Я историю расскажу мира в конце, в самом. Тут у меня небольшая ферма, которой я периодически пользуюсь, там лодка, ну ладно. Вот. Здесь у меня тропинка в деревню, тут у меня лошади, скелеты, не спрашивайте, что они тут делают вообще. Тут у меня деревня. Деревню строила сама, жители тоже сама загоняла. В общем, они тут живут, кайфуют. Ну, дома, может быть, буду тоже обозревать. Ну, давайте тоже покажу дома. Ну, как будто я тут строила, да, тут подлагивает. Да, тут жителей, наверное, 30 или 40 в этой деревне уже. Она... Выпустите меня. Она здесь существует уже тоже, наверное, полгода, эта деревня, поэтому жителей очень много. Дома вообще непримечательные. Самые любимые у меня, наверное, это дом рыбака, потому что он самый такой более-менее красивый. Главная площадь, конечно же, тут у меня грядки своеобразные. Жителям уже пшеницу девать некуда, они ее выбрасывают.
жиру бесит. Вот, тут получается дом Конгресса, здесь тоже чучиков много. Ну, в общем, дома так себе. Могла бы и получше сделать, но мне было лень, поэтому я не стала это делать. Тут домов, наверное, 20. Тут какая-то... Что вообще происходит, я не знаю. Я здесь уже давным-давно не была. Я в деревне очень редко бываю. Все, выхожу, не смотри на меня так. Ну, в общем, тут картограф и тут карта. Тут вообще чучик ходит. Хотела вот делать трансляцию на мир, да у меня с этими трансляциями что-то очень сложно. Котик. Тут ферма тростника на всякий случай, тут мои лошади стоят. Ну, не мои, а их. Если что, там у меня джунгли. Опа, что-то валяется. И эта тропинка ведет к домику рыбака. Собственно, там я и переночую. Тут у меня цветы рассажены. Тут такая какая-то странная тропинка вообще. Очень странная тропинка. Тут тоже руины. Про руины я буду рассказывать позже, почему они здесь и что они тут делают. Тут такая вот грядка, можно сказать. Лошадь пасется. Мостик и, собственно, сам дом рыбака. Я его строила недавно, и тут уже вот так вот выглядит примерно мой стиль. Да. Сейчас я тут переночую и вернусь. Как говорится, утречко доброе. А мне сейчас нужно как-то забраться на скалу, потому что многое там. Я под шахты сделаю отдельный выпуск, можно так сказать. У меня, скорее всего, будет 4 или 5 частей обзора, потому что мир очень большой. Как я говорила, выживала в нем год. Даже больше уже, год с половиной. До сих пор играю. Не собираюсь его покидать ни за что. Это моя основная база, вообще вот это все. Ладно, здесь у меня башня строится. Я потом ее буду достраивать. Скорее всего, тоже на видео буду доснимать, как я строю. Тут тоже руины. Тут такое место, где руин больше всего, чем... Так руины просто по миру раскиданы. А здесь их очень много. Так, тут у меня водопад самодельный. Тут тоже тропинки. В общем, тут, можно так сказать, погулять можно. Тут руины и дырка. Прям вниз. Там у меня шахта, если что. Это своеобразный спуск в шахту. А мы приближаемся к основной части, можно так сказать, мира. Где я провожу времени больше всего. И это мой дом и все постройки, которые находятся возле него. Начну я, пожалуй, с такой вот небольшой фермы. Здесь, в принципе, ничего такого нет. Мостик тоже, да, мостик. Там светильники, дизайн которых я придумала тоже. Но я к ним позже вернусь, к тому месту. Итак, библиотека. На строительство библиотеки у меня ушло примерно 4 дня. Здесь так сделано, чтобы жители не вышли. Собственно, тут пока что 2 жителя или 3, я не знаю, сколько тут жителей. Ну, в общем, вот. Тут тоже вон дырка. Там шахта, если что, тоже. Это как бы своеобразное дизайнерское решение, чтобы в библиотеке дырка была вниз. Вот так вот выглядит библиотека. Изнутри. Здесь нет пока что никаких книг и ничего особо нет. Еще ничего не достроила, поэтому сложно судить пока что. Тут у нас техническое помещение, тут жители спят, собственно. И больше ничего в этой библиотеке делать нечего. А я перехожу к одной из самых главных частей этого мира. Мой дом. Тут у меня ферма старая, там у меня остров парящий, но я потом покажу. Тут очень много чего было, тут вообще такие приключения были масштабные, которые прямо запоминаются. Так. Тут у меня нет тропинки, ну ладно. Собственно, мой дом. Что мне в доме делать жить, я объясню позже. Тут у меня загоны с ламами. И лошадьми. Такой вот сад с азалиями.
И получается пасека. Тут лагает. Вот такая вот пасека. Вот. Дом вот так вот выглядит со стороны. Строила я его тоже 4 что ли дня. Ресурсов было мало тогда. Ну, библиотеку что ли тоже 3 или 4 дня строила. Но это точно 4 дня. Вот такой вот дом. Вот тут как раз таки вот и зародился мой стиль в Майнкрафте. Обзор на дом. Он очень просторный и большой. Это библиотекарь. Вот, собственно, и ответ. Здесь у меня зельеварочная, заходить туда не буду, потому что оцелоты выбегут. У меня оцелоты живут в зельеварочной. Здесь у меня склад. Я его показывать только не буду, потому что там ничего интересного нет. Здесь кухня, можно так сказать, и мастерская. Там у меня подвал, вот тут. Там у меня ферма небольшая, я не буду туда заходить, тут курицы выбегут. Курицы в подвале, это гениально. Второй этаж. Тут у меня чаровальня. Специальная комната выделена под чарование. Такая чарование. Разочарование от нее. Стол зачарования с разочарованиями. Тут моя комната. Тут все в котиках. Да. И это мой любимый волк-дружок. Вот. Здесь вообще непонятно что. Самые ценные вещи хранятся, и гордость, одна из гордостей моего мира, это стак алмазных блоков. Я очень долго его, кстати, копила. Не знаю, зачем он мне нужен, но да ладно. Знакомьтесь, это Саня, это зомби-свин. Ему тут скучно, двери долбиться. Тут у меня самые ценнейшие вещи, зачем я столько брони, может кто-то спросит. А, это про запас. Броня про запас. Здесь у меня комната с кошками, тут ничего нету. И вот тут мы отмечаем обычно праздники. Вот эта карта. И здесь показано, что мы построили за весь год. Вот такая вот карта. Ну вот и подходит к концу первая часть обзора на мой мир в Майнкрафте. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Анна Кэт. Всем пока-пока.